Итак, планирую поменять лампы салона освещения на Land Cruiser 200. Вот они находятся вот в этой панели. Одна и вторая лампа. Как снимается эта панель? Открывается отсечник. Вот так. И, как вы видите, там есть два места для шурупов. Эти саморезы откручиваются. И эта панель тянется вот с этого края, с переднего края, на себя. После этого снимается вот этот штекер. И переносим это все домой, где удобно работать. Вскрываем крышку и под него устанавливаем вот такие панельки, LED-панельки. Эти LED-панельки приходят с тремя разными соединителями. Вот три разных цоколя. Вот такой тип. Вот такой тип. И вот такой тип. Скорее всего, мы будем использовать вот этот цоколь, так как оригинальные лампы, вот они, вероятно, приходят с таким цоколем. Эти лампы очень сильно греются, очень сильно, да, и дают очень слабое освещение. Так что было принято решение поменять их на вот такие LED-панельки, которые, кстати, тоже дают теплый цвет, желтоватый цвет. Итак, приступим. Нужно будет открыть вот эти шурупы, вскрыть вот этот вот этот кавер и под него установить на самоклеющейся ленте вот такие панельки. Никаких усилий, там была небольшая проблема. Был криво посажен вот этот переключатель. Я его выпрямил и все село на место. После этого закручиваем все шурупы обратно. Вначале, перед тем как установить, надо будет проверить, чтобы они функционировали. То есть здесь в первую очередь важна полярность. Если полярность будет не такая, то эти LED-панели не будут гореть. Так, проверяем. Вот штекер. Вставляем его обратно на место. Вот сюда. Вот сразу загорелась одна лампочка. Вторая не горит. То есть у второй, скорее всего, полярность неправильная. Проверяем ее. Соединяем штекер. Хотя можно не оставить. Вот. Отключим лампочку.
и меняем ее полярность. То есть, тупо вот так перекручиваем на 180 градусов и вставляем обратно на место. Вот загорелись обе LED панельки. Все, отлично. Устанавливаем это все дело обратно. Нужно удостовериться, что этот штекер воткнут до конца. Итак, вот, да, и сюда. Так. Потом же пробочки. Вот таким образом. После чего открываем осечник и закручиваем вот сюда вот эти два. Вот эти два самореза. Берем наш мультистул, который все время в автомобиле, и закручиваем вот эти два самореза. И закрываем вот эти крышечки. Вот и все, проверяем, закрываем дверь. Заводим автомобиль. Все, диминг тоже работает. Проверяем, включается. Включается. Вот и все.